Разбитые дороги, трещины в стенах домов, пыль, грязь и грохот. Все это результат работы карьеров, которые добывают глину, щебень и гравий неподалеку от села Такыл, близ крымской столицы. Уже несколько лет каждый день с раннего утра и до глубокой ночи по улицам села ездят грузовики и спецтехника. А по документам это рекультивация свалки. Вы видите, до сих пор рекультивируют вон ее. Это не карьер по документам. Машины ездят ежедневно, карьеры работают круглые сутки и днем, и ночью. Соответственно, ломаются и автомобили, и пешком люди ходят, и дети со школы ходят по этой дороге. Были случаи, когда и велосипедисты падали от этих КАМАЗов, которые едут, ну, они просто едут, и вот уже житель села рассказывает, и газовые трубы сносили. Ну, то есть вреда принесли на самом деле для поселка очень много. Вот посмотрите, идет газовая труба, которым мы пользуемся. Первый один раз уже срывали. Вот сейчас она опять кривая, потому что здесь иногда камазисты пролетают, а может они и пьяные ездят. Один раз мы уже 40 дней сидели без газа. Мимо моего огорода проходит эта дорога. Вот построили новую дорогу. Пыль, шум. Я по ночам спать не могу. Это невозможно. У меня точно так же дом трескается уже. У меня дребезжат просто стекла, когда они пролетают на бешеной скорости. Новый дом, 15-го года сдан. Дом эксплуатацию. Значит, от того, что машины поднимались грузовые вот здесь на подъем, там скала, стал разрушаться дом. С этого карьера, с первого карьера, с глиняного, значит, помогли сделать сшивку. То есть они дали мне металл на сшивку и вот кирпич. Оставшаяся сумма, которая осталась, там осталось 180 тысяч на то, чтобы сделать усиление фундамента и сделать кладку. Каждый раз мне говорят, завтра, послезавтра мы отдадим. Местные жители обращались во всевозможные инстанции с требованием проложить объездную дорогу, чтобы грузовые машины не заезжали в село. Однако дальше обещаний дело не пошло. Писали во все инстанции, писали, сельские советы, в администрацию, ходили на прием к Аксенову. Вопрос, сказали, будет решаться. Дали сроки. Сроки уже прошли, но вопрос не решился. Эти КАМАЗы как ходили, они так и ходят. Разрушаются дома. У нас ничего не меняется. Кто что решил, кто как решает эту проблему. Одни обещания и все пустые. Мы хотим, чтобы КАМАЗы не ходили через нашу деревню, ни через Аркадьевку, по одной единственной нашей дороге. Узнав о том, что в село приехала съемочная группа, работники одного из карьеров разъехались, а на втором нас встретил охранник, который уверял, что спецтехника никогда не выезжает за пределы карьера. Наши карьеровские машины не ездят по деревне. Вот здесь этого карьера сюда везут. Вот метров 200 проехали, да, сюда везут. Глава Родниковского сельсовета заявила, что вопрос работы карьеров не в ее компетенции. Карьеры – это вышестоящие. Они обращались даже к вышестоящим, то они уже решают эти вопросы. Это же даже если взять земли не наши, а МИЗО, они с нами согласование не проводят. Местные жители намерены добиваться строительства объездной дороги. Власти Симферопольского района назначили очередную встречу с сельчанами на 18 мая.